привет из Новой Зеландии. Я уверен, что многие из вас слышали новости о том, что эта страна пережила на этой неделе довольно серьезное землетрясение. Многие писали нам сообщения с целью поинтересоваться, как мы здесь, насколько действительно серьезный масштаб разрушений. Если вкратце, то в нашем регионе на самом деле были только небольшие отголоски от того землетрясения, которое произошло недалеко от Веллингтона. Поэтому здесь ничего не пострадало. Многие люди даже не заметили, в общем-то, того, что были какие-то подземные толчки. И уж тем более об угрозе цунами здесь даже никто не подозревает. Давайте обо всем по порядку. Многие думают, что Новая Зеландия – это такая малюсенькая страна, и если у нас что-то происходит, то происходит сразу во всей Новой Зеландии. Ну, на самом деле, на карте она, конечно, выглядит крошкой, но все это из-за искажения карт. Вы же знаете, что это отражение глобуса, и пропорции там не совсем настоящие. Новая Зеландия размером с Англию примерно. То есть не такая уж маленькая страна. И она разделена на два больших острова – северный и южный. Наш северный, на котором мы живем, он даже немножко поменьше размером, чем южный, но все равно, чтобы проехать его сверху вниз, сверху от нашего места жительства до низа, до Веллингтона, о котором вы как раз слышали в новостях, на это уйдет целый день, но это 500 с лишним километров. Южный остров еще больше, и как раз южному острову, как правило, и достается в случае землетрясений или каких-то катаклизмов. Другой факт, который нужно знать, что Тауранга, в которой мы живем, и регион Bay of Plenty, где она находится, это, в принципе, один из самых стабильных регионов Новой Зеландии, то есть, если где-то и трясет, то не у нас. И несмотря на то, что какие-то там эхо, отголоски, толчков мы ощущали, лично мы с Алёшкой ничего не ощутили, мы даже, честно говоря, не проснулись этой ночью. Но некоторые ребята, кто еще не спал, они говорят, что да, немножко трясло, но не сильно. Так что если где-то происходит землетрясение на Южном острове, то наверху Северного его наверняка не чувствуется. At time of earthquake, I was asleep because it happened at the night, and in Tauranga region there wasn't much impact, so I couldn't feel much shake. But when I woke up in the morning, I saw in the news, I saw the messages from my friends and family, you know, that there was an earthquake. That's how I came to know. But people who were in the more of earthquake prone area like Christchurch, Wellington, which was most affected areas, I would tell people to stay safe. Try to be aware about where the evacuation areas are, where the emergency exits, to stay safe and try to stay connected with the with your friends and families. Ask for help if you need anything. Ask from your local community if you need any help. So that's what I would suggest. No, I didn't feel the earthquake at all. It happened at midnight. I was asleep, and our whole family were asleep. And I think we first heard about it the next morning, looking at the paper and. Told the whole family, and we're all surprised and shocked, so we didn't feel it where we were at all. And I haven't met anyone who's felt it either, who lives here and has felt it. I know it's some public places where some assembly points are in our town, but the danger is getting to those places. Sometimes you have to dodge, you know, if buildings are collapsing on the outside, you have to watch broken glass and all sorts of things. But I only know this because of the videos I've seen of earthquakes in the past, so I've never ever had to. I have felt earthquakes before, but not very big ones, and I've never had to use the evacuation sites or tsunami gathering points or anything. But there's some good signage around, but I haven't had to use them.
кстати, землетрясение не коснулось северной части Новой Зеландии. Мы продолжаем радоваться жизни, спокойно делать свои дела. И с уверенностью можно сказать, что самое ужасное, что случилось на этой неделе, это то, что я села не на тот автобус только что. И теперь мне предстоит 3 километра идти до дома.